Роман Деев в студии «Медицины в контексте». Медицина, она ведь требует реализма. То есть существует барьер, который формируют наши собственные клетки, там находятся такие иммунопривилегированные органы. На самом деле локомотивом-то генной терапии стала гематология. 85-й год, конференция молодых ученых. Председательствует на этой конференции был такой выдающийся человек Каха Бендукидзе. Просто это был не тот пациент, с которым можно было так экспериментировать. Эффективная трансфекция – это еще не залог успеха. Последовательность аминокислот – это еще не... Это полдела. На сегодняшний день не менее 20 гентерапевтических препаратов и продуктов зарегистрировано FDA или Европейским агентством. Это воспринималось как чистая фантастика.